Товарищи, братья и сестры, все обиженные и оскорбленные на Второй Москве, все, кто считает действия администрации произволом и ложью, революционный объединенный штаб конспирационных агентов Рожка призывает вас подняться на борьбу против диктаторских сил противника. Мы за демократию, мы за гласность и свободу. Подпишитесь под нашим призывом к настоящему владельцу СИМа Второй Москвы Мусаси Танаби и Клинден Лаб. Чем больше мы соберем подписей, тем раньше нас услышат. Текст обращения сейчас будет озвучен. Кроме того, текст будет распространен в группах Second Life. Уважаемые господа, мы, ниже подписавшиеся, просим обратить ваше внимание на это обращение и принять соответствующие меры. Симы Второй Москвы используют символику реальной столицы Российской Федерации Москвы – собор Василия Блаженного, Кремль, ГУМ, Мавзолей, церкви и исторические памятники музейного комплекса Кремля. Симы Второй Москвы полагают основным языком общения русский язык. Симы Второй Москвы руководствуются часовым поясом реальной Москвы и используют его для назначения своих мероприятий. В Second Life. На симах Второй Москвы используется герб и флаг Российской Федерации. В соответствии с законом о средствах массовой информации к электронным СМИ относятся сайты «Виртуальные миры» и прочие объекты интернета, в которых имеет место быть русский язык. Таким образом, симы Второй Москвы, как и любые другие русскоязычные симы, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Симы Второй Москвы посещаются большим количеством людей из разных городов, стран и континентов, разного возраста, пола и вероисповедания. Всех этих людей объединяет одно – русский язык. На симах Второй Москвы большинство русскоязычных новичков в СЛ появляются в первый раз. Таким образом, можно смело заявить, что Вторая Москва, Кремль и МФПА – это общественные симы. Безусловно, они управляются владельцами, которые платят за них налог. Никто с этим не спорит. Но если данные владельцы или управляющие называют Вторую Москву своим виртуальным домом, то они должны прекратить всяческий доступ к посторонним аватарам. Если же они допускают появление на своих симах незнакомых людей, это общественное место, а не дом. Достаточно провести аналогию с отелями, железнодорожными станциями и аэропортами. Управляющие этих заведений не могут запретить доступ людям, хотя исправно платят налоги. Тем более, на симах Второй Москвы существуют магазины, а значит, это коммерческое предприятие. У себя дома мы не продаем автомобили, мебель и ювелирные украшения. Это как минимум незаконно. Несмотря на вышесказанное, администрация Второй Москвы в лице Васька Петрова, Веги Пилипенко, Джейс Саймон, Макара Кириллова, Элен Вымес и прочих позволяет себе неуважительное отношение к посетителям, оскорбления в их адрес, прессинг и необоснованные баны. Если раньше администрация пользовалась специальным худ для бана, то теперь они делают это напрямую, и в общем чате не появляется причина бана, его срок и имя офицера, который это сделал. Среди русскоязычного населения растет недовольство произволом администрации Второй Москвы. Все больше и больше людей не согласны с политикой этих симов. Это негативно отражается как на симы Второй Москвы, так и на рейтинг всего СЛ среди русскоязычного сообщества. В связи с вышесказанным мы просим владельца Второй Москвы Мусаси Танаби и Линден Лаб принять следующие меры. Объяснить в официальном письме свое поведение. Разбанить посетителей СЛ, которые были забанены незаконно и без оснований. При бане всегда применять худ, который будет указывать дату, время, место, причину и срок бана, а также имя офицера, который это сделал. Администрации Второй Москвы в лице Васька Петрова и Веги Пилипенко принести извинения в эфире виртуального канала New Russia TV перед всеми пострадавшими от произвола администраторов Второй Москвы. В случае необходимости мы можем предоставить документальные свидетельства, аудио и видеозаписи, переписку в личном чате и свидетельства очевидцев. Если вы согласны с этим обращением и готовы под ним подписаться, напишите слово «Я» в инку, которую видите на экранах. Вперед, товарищи!